Более 600 случаев мошенничества зарегистрировано в Омской области в этом году. Наиболее частые случаи – телефонные обманы и через интернет, когда злоумышленники вымогают у людей деньги. А сегодня полицейские и приставы рассказали о новых случаях, когда в почтовые ящики омичей доставляют письма якобы от службы судебных приставов с квитанциями «оплатить долг». Такой факт зарегистрировали в Ленинском округе. Не попасться на удочку мошенников поможет специальный банк данных исполнительных производств. По этому электронному адресу вы можете выйти на сайт банк данных исполнительных производств и, так сказать, себя увидеть. Даже получив вот такое уведомление от пристава, правильное или неправильное оно, поддельное, неподдельное, вы можете всегда себя посмотреть. Если вы там присутствуете, скажем так, на этом сайте, а после возбуждения исполнительного производства в электронном виде все равно эта информация немедленно появится на этом сайте, что вы должны, и куда должны, и сколько должны. Специалисты подчеркивают, если в адрес должника пришли процессуальные документы, необходимо сначала удостовериться в их подлинности. Для этого внимательно осмотреть конверт, на нем должны быть указаны точный адрес, фамилия и инициалы пристава, исполнителя, номер судебного производства и почтовая отметка. Также гербовая печать должна содержать полное наименование отдела судебных приставов. А проще всего позвонить в информационный центр по номеру 92 53 85 и проверить наличие реальных задолженностей.